Как бы мне очень обидно за свой народ, мне стыдно за свой народ, и очень обидно то, что... Пусть это Дальний Восток, до хера ресурсов, а по факту... Короче, их используют. Чуваши через 50 лет будут существовать? Может, на самом деле спорный вопрос, сомневаюсь. Даже я могу сказать, что я в детстве знал хорошо свой язык, сейчас я уже с трудом на нем общаюсь. Как языка, возможно, он со временем пропадет. Фу, Россия. О. Ой. Корея. Здрасте. Вы корейки? А? Чё? Вы что, с Северной Кореи поехали? Да, да. О, это вы нам помогать будете в Курской области? Говорят, там войска, говорят, с Северной Кореи поехали в Курскую область помогать. Это вы? Угу. А вы из какого батальона? Яблочно-пожирательного, я так понял. А, Украин. Украин? Я с Курской Народной Республики. Я украинец из Курской, ну, скажем, из Суджи, город Суджа. Знаете такой? Да. Суржик? Суржа. Так а вы кто по нации-то? Монголка. Я вообще монголка. Монголка? Как на монгольском будет свобода? Свобода? Урокша. Урокша? Нифига себе, как звучит. А как будет «Я люблю Монголию»? И Дурлана Монголия. Прекрасно, знаете свой язык. Удивительно. А вы, я что, плохо не... знаю свой язык. Вы приехали, да, сюда? В Россию? Нет, я тут родилась. Странно, вот кого не спрошу, никто не знает. Если родился, уже ничего не знает. А вы вот знаете, молодец. Хвалю. Я учу монгольский. Для чего? Ну как, я почти монголка. Если я скажу, кто я, ой, вы меня засрете. В смысле? Чё так? Не понимал. Ну, предположение. Боят. Угу. Ну и чё? Так боят, это же есть монголы. Ну, да. Ну. Так о чём-то прикол. А чё, кстати, боятами называют монголов? Буряты — это, по сути, те же монголы, а название бурята придумали совки. А, то есть это в Советском Союзе придумали? Ну, типа того, да. По сути, мы монголы. Монгольское племя. Ну, все, я так и думал. Просто так получилось, то, что нас раскулачили и оставили вообще. Ну, разделяли власть твой, короче, империи. Ну, ясно. Че, может, по истории Монголии что-то можете мне сказать? Бурятии, давайте. Интересное что-то? Ну, что-то, да. Ну, могу рассказать про то, как во время революции полководец, забыл, извините, пожалуйста, имя, забрал часть нации, в основном богатых таких чуваков, и убежал с ними во внутреннюю Монголию. Внутренняя Монголия — это вообще автономный округ Китая, и китайцы согласились отдать эту часть бурятам. Степь Хулун-Баир, и теперь там в Китае проживают буряты шэнхэнские. Шэнхэн. Вот, и... Да, и они сохранили свой быт, свою культуру, свои традиции, чему можно прям позавидовать. Чудесно. А Монголия, вот как отдельная страна, там не контактирует с ними? Монголия как отдельная страна, почему? Они очень любят нас, бурятов, но... Все по-разному. Как бы я сейчас учусь, дружу в общежитии с монголками, как бы они, конечно, лояльны. Более старое поколение считает бурятов как бы не своими, хотя, по сути, мы идентичны. Что из традиции, что еще что-то. Просто так получилось, то, что мы остались в России, а они остались в Монголии. Вот, и сейчас хотят ввести как карту Монголии, то есть все монгольские предки, то есть буряты, тувинцы, калмыки могут посещать безвизово Монголию. Такое, кстати, практикуют как раз-таки Израиль, еще какие-то страны, то есть близкие народы могут посещать страну, то есть чтобы как-то какая-то родина была все равно. Прикольно. То есть, получается, это Бурятия — это часть какой-то условной Монголии, да, где монголы жили, потом просто она попала в состав там как-то Московского царства, Российской империи, когда-то, да? Ну, можно и сказать, да. То есть монголы, они больше степные, хотя у них местами тоже леса есть. Мы больше лесные такие люди.
Лесные люди. Хотя в Бурятии тоже разный ландшафт, поэтому есть и степи, и леса, и, по сути, монгольское племя, можно сказать одно и то же. Тот же самый язык, те же самые традиции, те же самые праздники, все то же самое. Единственное, что у них немножко это отличается, как будто бы диалект, но то же самое, что суржик и украинский, русский на Урале, русский где-то там в Сибири. Незначительно. Я понял. Интересно довольно, слушайте. У меня вот возникал всегда вопрос, а что тут бурят и живут там, кто знает где, но мы видим их здесь вот, вот недалечко, на войне. Что они там делают? Ну, вообще, я считаю то, что это российская власть, то, что как бы мне очень обидно за свой народ, мне стыдно за свой народ, и очень обидно то, что Дальний Восток до хера ресурсов, а по факту Короче, их я... используют. Понятно. Ну, я так и То думал. есть... Согласен. Ну, вообще, у всех очень разное мнение, у меня какие-то более немножко радикальные взгляды насчет этого. Я стараюсь этим особо не делиться, потому что я сразу начинаю ругаться. А вообще сейчас у меня стоит Китай, но у меня почему-то иногда попадаются люди с России. А Вы вообще что, я практикую. китайский тоже Хочу знаете? уехать. Я учу. А, учитель, понятно. Вы в Китай, Ну, да, это ходили? большая разница в целом уехать с России, да. А, ну да. Ну, конечно, хотелось бы продвигать свой народ, свою культуру. Просто это все очень обидно, это все очень сложно. И да. Понял. Когда все это началось, как бы у меня были более радикальные взгляды. Сейчас я немножко подуспокоилась, потому что как будто бы это бесполезно, я не знаю. А вы что думаете насчет этого? Да, в принципе, я с вами согласен, что мне тут добавить нечего. У вас разумное решение, у вас как бы логичные выводы, в принципе, не поспоришь. Принципе, да. Если у Это просто, вас... конечно. Ну да. Если у вас есть вопросы, можете задавать. У меня к вам нет. А откуда вы, где вы живете? Я Кстати, из... классная вышиванка. Да, спасибо. Я из Вайда-Сум. Это Сумская область, Украина. А как вы поставили Россию в этом? Да, это настройки слетели как-то. Без понятия. Само поставилось. Круто. Ну да. Ну, это классно. Надо продвигать свою культуру, носить национальную одежду, вышиванки. Это классно все. Разговаривать на родном языке. Да. Видите, разумные вещи говорите. Вот редкостный человек, так скажу. А то что-то все грустно, как-то. Прошел сотни, никто ничего подобного не говорил. Так что хорошо. Если вопросов нет, могу пожелать вам удачи и берегите себя. Давайте. Вот так. До свидания. Ну, бурятка. Здорово. Здорово. Слушай. У тебя орнамент похож на мой родной узор рубашки. Да ты чё? Серьезно? Я думал, он похож на вот этот орнамент. Что это такое? Это украинец с палкой Василия Тропинина, украинского художника, в 1820 году нарисованный. Похоже? Орнамент. Ну, Вот и я все. по поводу Украины не знаю, но у меня вот у Чуваши есть похожий орнамент. Чуваши, чё ж ты не в нем тогда? Смысл? Ну где ж твой орнамент? Вот же национальное одеяние. Я не буду так просто Вот, говорить. видишь? Просто обычные люди еще в 19 веке в Украине, украинские люди носили себе вышиванки там, на работу и на работу. Везде у них были вышиванки. Даже вот под одеждой главной. Ну, ничего против не Вот. имею. Вот видишь? Вот это все вышиванки. Вот куча картин Василия Тропинина, вот, украинского художника здесь есть. Кстати, я хотел спросить важный такой вопросик. Вот написано девушка украинка, да? Девушка украинка на пейзаже. Или вот еще украинка перескочила. Вот. Украинка с Подолья. Скажи, пожалуйста, а что у вас в учебниках за 7 класс вот в таких вот? Видишь? Вот в таких вот. Когда пишется про украинцев, ни одного упоминания, собственно, украинцев нет. Вообще. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Чего? Сколько тебе лет? Я же тебе другой вопрос задал.
Не перескакивай. У меня вот поэтому параграфы 33. После повседневная жизнь народа в России в 17 веке. У меня вопрос. Где здесь забыли украинцев написать? Я тебе вопрос задал. Ты умеешь вести диалог? Ты умеешь отвечать на вопрос? Я вот тебя спросил, сколько тебе лет? Ты не понял, мой вопрос был первый. Я тебя спросил, почему здесь украинцев ни разу не упомянули. Чтобы ответить на твой вопрос, мне нужно узнать, сколько тебе лет. А потом нет, скажу, это вообще никак не связано. Не пытайся слезаться с темы. У меня четкий вопрос. Как думаешь, как назвали здесь украинцев? Слушай, я по этому учебнику не учился. Это раз. Поэтому я и перехожу. Сколько тебе лет? А твои дети учатся по этому учебнику? У меня нет детей. А если бы были, учили бы? Слушай, не знаю. Я не знаю, что сейчас в школе преподают. Не знаешь, вот преподают что. Пишется малороссы, малороссы везде. На вот этом всем параграфе ни одного упоминания украинца, украинского народа, какого-то украинского деяния, какого-то украинской, там, не знаю, каких-то строений, всего, всего на свете, ничего нету. Даже картина в пример приводится. Воскресный вечер в малороссийской деревне, художник Маковский. Знаете, что интересно? Во-первых, я этой картины нигде не нашел. Она так очень как-то странно нарисована, если честно. У меня есть некоторые подозрения. Зато нашел две другие картины Маковского. Вот он рисует украинку. Так и подписывает. В 1879 году, а вторую в 1884 году. Вопрос. Вопрос. Почему в ваших учебниках скрывают вообще само понятие украинцев? Ну, ты не мне должен задавать вопрос. Я же не Миноборнауки. Ну, понятно. Я же не в учебнике. Ну, конечно. Тебе плевать, на по какому учебнику будут учиться твои дети, правда? Ну, это спорный вопрос. Что спорный вопрос? Ты же по-любому стримишь. У тебя какие-то несвязанные вещи между собой возникают периодически, знаешь, одно туда, другое сюда, третье, десятое, четвертое, пятнадцатое. Смотри, смотри, красноречиво, красноречиво. Что написано? Прочитай. Я говорю, ты диалог идешь не. Прочитай. Нормально общаюсь, ты общаешься. А что я не так тебе сделал что-то? Плохо тебе что-то сделал? Я тебе спрашиваю, что здесь написано? Прочитай. Как-то на повышенных тонах. Что я тебе сделал конкретно плохого? Ты чё? Ты заплатил налоги, чтобы ракеты полетели в Украину, украинцев. Вот что ты сделал. А твои министры, до которых ты не хочешь обращаться, твои профессоры даже нигде не упомянуть украинцев, потому что не считают их за отдельный народ, и за какую-то нацию и так дальше. Они их подписывают малороссами, потому что это какие-то малые русские, какие-то меньшие братья, понимаешь? Постоянно комплекс уже создается, самого внушается молодым россиянам. Вот этот комплекс старшего брата и меньшего брата. Вот уже тогда вот это молодое поколение потом вырастет и будет внушать другим украинцам, что они какие-то меньшие. Не такие. Ничего не было. У них ничего своего не было. Даже названия у них своего не было. Это все название когда-то появилось, там его в австрийском генштабе создали. Знаете, где это написано? Это написано в учебнике за 11 класс. Это все с ваших учебников. Что? Интересный факт пишется. В австрийском генштабе создавали украинский национализм. Так и пишется. Красота. А ты так и не понял за это весь диалог, что я тебе хочу показать. А вот черным по белому 1916 украинский народ. И в его прошлом, и настоящем. То есть тут целая книжка по истории. Вот смотри, сколько упоминаний. Украины, украинского народа. То, чего в ваших учебниках никогда, наверное, не напишут. Вот и все. Видишь? Вот это все. Все? Вот обрала у тебя речь? Или что? Вот украинская жизнь. Видишь? Украинская жизнь. Не малороссийская, как вашему учебнику. Москва, 1912 год. Так, жертвуйте на памятник Шевченко в Киеве. Содержание. Значит, на Украине и вне ее. Там, украинская педагогическая литература. Дальше. В украинской жизни понимают следующие лица. Вот смотри, это все я тебе показываю. Видишь? Почему в ваших учебниках ничего этого нет? Абсолютно. Почему Путин говорит, что Украину Ленин создал? Вопрос. Все? Не, смотри, если ты будешь мучать, как бы хорошо.
Прощаемся. Секунду. Секунду. Даю тебе подумать. Ну, посмотри, я не знаю, ты видишь? Да, я вижу, вот смотри. Гравюра «Дары в Чигирине», видишь? Это Тарас Григорьевич Шевченко нарисовал. Это для любителей тех, что Тарас Шевченко не знает про украинцев никаких. Так вот, он прекрасно все знает. Я не знаю, вот. Кто такой Тарас Шевченко. Не знаете, кто такой Тарас Шевченко? Нет. Серьезно? Это ваши шовинисты великодержавные любят кричать, что он какой-то русский поэт. Или, в крайнем случае, малороссийский, но точно не украинский. Ну вот, проблема. Ну как, первый раз, я где-то слышал о нем, но я не знаю, кто это, что за человек. Это самый известный, самый популярный украинский писатель, который писал про угнетение украинцев в Российской империи. А ты знаешь, что такое Хузангай? Нет, без понятия. Ну вот это то же самое, это чувашский писатель. Чувашский. Почему я должен знать того Шевченко, а ты не знаешь моего чувашского писателя? Назови мне самое известное произведение своего. Нарспи. Что? Нарспи. Нарспи? Да. Так, давай проверим. Нарспи, да? Да. Поэма. Стихотворение, произведение Константина Иванова. Написано в чувашском языке. Названо именем главной героини. Состоит из т.т.т. Создано в конце 1907-1908 годов. Так, и про что там идет? Про любовь. Про любовь. А какие вы знаете вообще, скажем так, были ли в Чувашии какие-то восстания против московитов? Я думаю, определенно были изначально. И какие, например? Слушай, ну я не знаю историю прям так глубоко. Чувашии, восстание Степана Разина. Вот. Разина. Сейчас... Вот это было, я помню, слышал. Так. Но это вот... не только Чуваши. Ну, понятно. Восстание чувашских и майских крестьян в 1842 году. Возможно, что? Было. Что за восстание? Да понятия не имею. Было вызвано проведением Киселева реформы, введением общественных, что-то там... Короче, против крестьян какие-то реформы были. М? Ничего, да, не знаете по истории чувашей? Ну да, вас как-то, знаете, народы России, когда они там пишут, они забыли про чувашей написать. Они, вот про малоросов не забыли, а вот про чувашей забыли написать. Там дальше про народы Поволжья, Сибири, вот так в общем что-то пару ставить. Вот народов в России очень много, про всех я уверен, что вряд ли пишут историю. Хорошо, объясните тот факт, что сейчас чуваши едут умирать в Украину. Ну, это личный выбор каждого, я считаю. Хотят ехать умирать, пускай едут. Угу. За что я едут? Не... За зарплату едут? Я или не за... еду. Они, да, скорее всего. За зарплату. Понятно. Что сказать? Как думаете, чуваши через 50 лет будут существовать? Я такой же чуваш, но я не еду туда. Ну, по своей, если меня селом не заставят, то не поеду. Понятно. Чуваши через 50 лет будут существовать? Слушай, на самом деле спорный вопрос, сомневаюсь. Даже я могу сказать, что я в детстве знал хорошо свой язык. Сейчас я уже с трудом на нем общаюсь. Угу. Угу. То есть не будет. Не, ну как регион, возможно, будет. Но как языка, возможно, он со временем пропадет. Понятно. Вы помните, как на чувашском «Свобода»? Кстати, нет, хороший вопрос. У вас вопросы есть? Стоит задуматься. Это точно. Давайте.